отношениях эти люди очень отзывчивы, стараются соблазнить всех вокруг, добродушная личность, без труда располагают к себе людей, следят за внешностью. Предприимчивость и деловитость помогают им развиваться, они способны стать профессионалами своего дела, неравнодушны к роскоши, комфорту и богатству. Эти люди изобретательные, любят комфорт и уют, иногда проявляют чувствительность, помогают семье. Им важно быть любимыми и единственными. Эти люди четко уверены, что браки создаются на всю жизнь. Это активные и самостоятельные личности. Умеют спокойно анализировать ситуацию и включают логику. Они легко справляются с поставленными задачами. Включают логику, выстраивают точную стратегию к цели, много думают и оценивают каждый свой шаг. Они берутся за работу любой сложности, имеют отличную репутацию среди сверстников и друзей. Они добиваются успеха в научных работах. Редко меняют виды деятельности и должности. В юности они могут увлекаться боевыми практиками. Они любят купаться в лучах нежности и внимания. Это упорные, сильные личности с развитым интеллектом. Стараются сделать мир вокруг себя интересным и забавным. Отличные собеседники, интеллектуальные личности. Эти люди трудоголики, много времени уделяют работе. Для этих людей важен успех на работе. Таких людей тянет к приключениям и экстриму. Предпочитают скрывать свою эмоциональную уязвимость. Они много работают и повышают свое мастерство. Любят творить руками и успешно работают головой. Не терпят инакомыслия и недосказанности. Покоряют своими непревзойденными манерами. Верят в свою победу и не поддаются на внешние провокации. Это умные, обходительные и свободолюбивые личности. Ставят на передний план жизненные цели. Этим людям важно коллективное мнение. Достаточно трудолюбивые личности вникают в работу. Они чувствуют себя комфортно рядом с электроникой. Они любят красоту, уделяют время своему внешнему виду. По максимуму реализуют свои таланты. Они амбициозны, сильны, настойчивы и талантливы. Они также легко получают то, к чему стремились. Они резко реагируют на ложь и несправедливость. Они способны стать мыслителями и философами. В любви они сдержаны, организованы и практичны. Интересуются новыми занятиями и решают интересные задачи. Интересные собеседники высказывают точно свое мнение. В дружбе руководствуются бескорыстными соображениями. Этим людям удобно на любой должности. У этих людей есть желание быть верными и надежными. Они умеют слушать и давать дельные советы. Они наделены упорством, усидчивостью и ответственностью. Пользуются популярностью среди лиц противоположного пола. Легко преодолевают преграды и трудности. Исключительно открытые и общительные личности. Они поддерживают корпоративный дух и культуру и этику. Эти люди романтичны, ранимы и чувствительны, желают достичь высокого социального положения. Это умные, темпераментные и сексуальные личности. Обожают дарить подарки и делать широкие жесты. Часто раздают советы, принимают ответственные решения. Это воспитанные и образованные личности. Это находчивые, решительные и ответственные личности. Это самые жизнелюбивые люди на планете. Они не заводят неприятных для себя знакомств. Они готовы на романтические поступки ради любимого человека. Они способны читать других людей, словно открытую книгу. Они реализуют свои артистические способности в искусстве. Это страстные и душевные личности. Они стремятся получить желаемое любыми средствами. Они легко преодолевают препятствия, встречающиеся на пути. Они сами стараются наладить с ними отношения. Эти люди чувствительны, мудры и спокойны. Эти люди подают себя обществу только в лучшем свете. Эти люди берутся за сложные задачи и безупречно выполняют их. Любят вспоминать свое прошлое, они делают выводы на будущее. Их привлекают статность и социальный статус. Им доставляет удовольствие сам процесс сотворения нового. Любят вносить инновации и усовершенствовать существующее. Они остроумны, любят жизнь и смотрят на мир философски. Благодаря развитой интуиции они хорошо разбираются в людях. Это выносливые, гибкие, продвинутые личности. Эти люди имеют от природы крепкое здоровье. В любви для них главное – обоюдная честность. Имеют развитую интуицию, богатое воображение. Они избегают конфликтов, такие люди щедры на подарки и сюрпризы. Они легко устанавливают
доверительные и теплые отношения. Эти люди более открыты и настроены на общение. Уверенно преодолевают препятствия и удары судьбы. Они становятся ответственными и исполнительными руководителями. Им важно встретить свою вторую половинку. Этим людям под силу любые трудности и задачи. Они привыкли получать свое и редко принимают отказы. Зачастую они ведут привычный для них образ жизни. Они ищут индивидуальный, несравнимый жизненный путь. Они не боятся открыто говорить о своих привязанностях. Предпочитают проводить время в теплой компании. Это щедрые, отзывчивые и понимающие люди. Они стараются подчинить свой быт определенному плану. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.